Итак, всем привет! И сегодня продолжаем тему коронавируса в Санкт-Петербурге. На сегодня статистика заражения в Санкт-Петербурге такова. Заражений 9, выздоровлений 2. То есть понимаете, какие масштабы, из-за чего весь сыр-бор. Переходим к другим новостям. Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов находится сейчас в клинической инфекционной больнице имени Боткина. До 16 марта чиновник находился в плановом отпуске и посетил некоторые страны Шенгенской зоны. И в настоящее время он продолжает свой отдых в больнице Боткина, где проходят все необходимые медицинские проверки. С 19 марта по 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом отменяются все пассажирские перевозки между Россией и Финляндией. Отменяется поезд «Аллегро» из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Половина рейсов с петербургского автобусного вокзала тоже отменяются. В Спицке почти половина маршрутов. И не только за пределы России. Всего 34 рейса отменены. В основном это рейсы в Таллин, Ригу и другие города Прибалтики. Также не едут автобусы в Батуми и в Одессу. И даже отменены внутрироссийские рейсы, например, Великий Новгород и Тихвин. Непонятно, по какой причине. «Зенит» уходит на свой личный карантин. Тренировки в удельном парке отменяются с сегодняшнего дня и до 22 апреля. Все занятия на базе в удельном парке приостановлены. Ну, а в мире происходит вот что. В субботу индуистская религиозная группа организовала, в общем-то, такое массовое мероприятие с питьем коровьей мочи. И организаторы считают, что это защищает отлично от коронавируса. И многие индусы считают коров священными. И также пьют их мочу, думая, что она обладает лечебными свойствами. А в океанариуме в городе Чикаго, который закрыт по причине коронавируса, на время отсутствия посетителей из вольеров выпустили местных пингвинов. Чтобы птицы не скучали, им разрешили ходить по всем залам и смотреть на рыб. Что делается в магазинах, не знаю, еще не выходил, не смотрел. Мнение, информация доходит противоречивая, где-то все в порядке, полки ломятся, где-то полки не ломятся, где-то стоят очереди, где-то цены растут. В общем-то, на самом деле, не так уж это и важно. На этом все, всем пока.